رفته بودم پیش روزه امریکا رفته بودم اونجا شمال شرقی میدان حوالی این انتحار بسیار شدید و بسیار قوی شد قاطع مردم شد که تعداد زیاد امریکایی ها هم از بین رفتن و تعداد امریکایی ها هم اکثریت شد Here's the deal. You know, I wish you'd one day say these things. You know as well as I do that the former president made a deal with the Taliban that he would get all American forces out of Afghanistan by May 1. In return, the commitment was made, and that was a year before. Those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Что касается мотивов. Вот этих ребят из исламского государства, которые сейчас устроили пару взрывов, это месть. Это стремление доказать талибов, что не они полностью все контролируют, что исламское государство, с которым они в последнее время очень долго боролись, и которые хотели выжить из Афганистана, оно еще есть. Когда они собрали силы и отомстили. И отомстили довольно жестко, я бы сказал. И это, в общем, в принципе, можно было ожидать. Потому что, конечно, исламское государство не то, которое было раньше, но на кое-что, на вот такие вот теракты, оно все еще способно. Что касается талибов, для них, как ни парадоксально, это, в общем, достаточно выгодно. Потому что теперь они союзники с Западом, вообще с остальным миром по борьбе против терроризма. Они сами пострадали от террористов. Исламский Эмират Афганистан решительно осуждает взрывы, которые произошли в районе аэропорта Кабула, где силы США несут ответственность за безопасность. Мы уделяем пристальное внимание безопасности и защите своего народа. И все виновные за это преступление будут найдены и строго наказаны.